Да, вон она, наша ложечка. Правда, она золотая, а не ржавая. Блин, а может... А нет, ржавая ложка. Зашибись, мы ее нашли. Очешуенно. Я помню, что я когда бункер подрывал, я тут много раз бегал и находил эту ложку, но все забывал ее подобрать. Че там хоть про нее написано? Ржавая ложка. Крайне желанный объект для коллекционеров ржавых ложек. О, так это получается там не инопланетянин, которому мы эту ложку несем. Это просто коллекционер. Эй, коллекционер, я притащил тебе очень интересную вещицу. Глянь-ка. Что ты мне дал? Стакан теплого молока? Это блюдо какое-то? Вкусный стакан теплого молока с послевкусием салата и крапивы. Спасибо, конечно, а может ты мне что-нибудь еще дашь? Смотри, у него теперь эта ложка висит на поясе. Может, я ему еще ложки могу приносить, а? Он любит ржавые ложки. Да, походу, пока я ему весь пояс не обвешаю ложками этими, он мне ничего ценного не даст. Будет молоко только скидывать. Хорошо. Пойдем исследовать... О! Что это там такое? Китайская какая-то постройка. Может, это колодец? Сейчас разберемся. Все так близко и все рядышком. Столько всего интересного тут. Что это такое? Лягуха защищает колодец, ты прикинь? Лягуха-каратистка. И у нее, по-моему, тоже ложка. Или вилка. Ты кто такая? Я тебя не звал. Длинный язычок. Ладно. Я тоже так могу болтать. Сейчас я тебя наваляю. Надо только от нее подальше держаться, потому что она каратистка. Нифига себе, она сальтухи мутит. А я так умею? Не, я так не умею. Сальтухи на... Жесть. Супергерой какой-то недоделанный. Супергеройская лягуха. А чешуеки, у меня даже способности есть какие-то. Так, все, ушатал эту лягуху. С нее выпал башмак и рыба-капля. Кстати, ее можно сожрать, а то я уже голодный. Рыба-капля съедена и, в принципе, не так уж много и дала. Че с колодцем? Монета швырнуть. Я, кстати, парочку монеток все-таки нашел. Я думаю, что можно покидать. Целых две монетки у меня, да? Ну ладно, давай кинем. Ой. Что случилось? Кроволуние? Ты посмотри, красная луна какая. Короче, этот колодец нарастил здесь огромных камней и свалил. И все. Вот это дела. Ну ладно. Давай-ка достанем наш пневмобур. Попробуем эти камни разломать. Может, там что ценное есть? Но, по-моему, не шиша, там ценного нет. О, звин разозлился. Кроволуния дает о себе знать. Сейчас я его жбахну. Тихо, коровка. Офигеть, она мощная стала. Чего ты на меня напал? А, вон, лучше на слизи налетай. Я-то добрый. Есть, наконец-то я шандарахнул. Сейчас еще и слизь не достанется. Фух. Кстати, по-моему, я могу сделать себе уже расширение рюкзака. Да. Только верстака нету. Блин. Вот, кстати, и молочко пригодилось. Выпьем его сейчас. За мое здоровье, как говорится. Так, надо позвонить бы домой. Отлично. И от дома мы... полетим, а может и не полетим. Я, короче, все хочу найти баскетбольный мячик. Это моя важная и прям главная цель. И помнится мне, что баскетбольный мячик я где-то видел здесь, на пляже. Да, вон он. Я его нашел. Мячик золотой, точнее оранжевый. По-моему, это он. Ну-ка. Но я бы не сказал, что это баскетбольный мячик. Ну, он оранжевый, просто без полосок. Пойдем-ка попробуем его дотарабанить до кольца. Так. Настал момент вкинуть трехочковый. Давай немножечко подлечу вот так вот. С четырем. Так, нечестно, опустите мяч до того, как он... Я не успел просчитать. Чё там нечестно, ну чё за дела? Я опустил мячик, и он... Я промазал. Так, взлетаем чутка. Я думаю, что вот тут вот можно его отпустить. Падает мячик прямо в центр. И он летит и...
Да что ты будешь делать-то? Баскетболист из меня как балеринист. Так, еще разочек попробуем. Ну-ка. Есть попадание. И что, мне упало? Чудо-ящик свалился. Сейчас я и шашлык сделаю. Отлично. Вкусный шашлычок будет. Теперь можно вскрыть этот ящик. Давай, взламывайте уже, ты что такой крепкий? Сколько всего там? Сколько добра? Забираем, забираем, забираем. Колбочек куча. Все, все собрал. Здесь квест пройден. Можно валить? Лягушачья атака, господи. Бежала, такой никого не трогал. И тут вылетели. Ты посмотри, какая армия. Что-то они застыли. Что они там увидели? Вроде инопланетян нету. Странно. Ну ладно, это даже к лучшему. Вон, опять побежали. Что ты будешь делать-то, а? Лазал, бродил и набродил на какую-то статую. Пойдем-ка взглянем, что там. Это какой-то Спанч Боб, что ли? Почему у него в руке лопатка для приготовления котлеток, которые в бургер пихать надо? Кто это такой? Нифига себе, он здоровенный. Кто ты? Покажи свое лицо, статуя. А это... Непонятно, кто это такой. Лягуха, что ли? Ну точно, смотри, лягуха. Давай залезем к ней в рот. Хо-хо-хо. Я у лягухи во рту. А что, собственно, нужно-то тут? Что с этой статуей сделать-то можно? Может быть, ей мясо в рот положить? Да, наверное, мясо жареное нужно положить. Ты так не думаешь? Давай попробуем пожарить здесь мясо и положить его. О, тут, кстати, вход есть. Коробка с глазами. Привет. Как твои дела? Эй. Бокси Макбокс. Открыть. Блин, зачем его открывать? Он же живой. У него глаза есть, он такой прикольненький. Он, кстати, на меня похож чем-то. Может быть, это мой маленький сын? Хотя не, мы слишком разные с ним. Ладненько, сыну. Как бы мне этого не хотелось, но тебя придется открыть. Он пукает. Ты слышишь? А, нет, это он такие звуки пищавые издает. Это он не пердит. Показалось мне. Ладно, открываем его. А тут у нас картонная маска. Упакуйте голову в коробку, ведь коробки — это круто! Кстати, у меня на голове ничего нет. Ну давай, упакуемся в коробочку. Нельзя экипировать. Почему это нельзя? Бокси Макбокс. В него, кажется, можно что-то положить. Можно я его просто заберу? Бокси Макбокса этого. Так, мы одели коробку. У нас любовь с коробкой, божечки. Пойдем со мной. Пошли, 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 я тебя домой отведу. Пошли, пупсик. Забавно. У меня теперь друган коробочка есть. Главное, чтобы его по пути никто не сожрал. Например, вот эти всякие змейки. Сколько змей, да что ты будешь делать? Откуда вы повылазили? Вы что, брачный период, что ли, сейчас? Давай, коробочка, попёрдывай быстрей. А то сейчас сожрут нас тут. Черт подери, инопланетяне на хвосте. Ай-яй-яшеньки. Давай, Картоныч, беги быстрее. Кого-то они там засасывают. Ой, кажется, они хотят... Бедная коровка. Они ее взяли и сбросили с высоты. Ура! Ура, ура, ура. Мы дома, мой картонный друг. Я не знаю, правда, ты внутрь сможешь залезть, нет? О, он залез внутрь. Теперь это твой новый дом. Я положу коробочку в тебя обратненько. Вот. Тусуйся здесь. Можешь делать, что хочешь. Можешь пожрать мне приготовить. А я пошел дальше. Ну вот, я снова вернулся к этой статуе. Продолжаем наши с тобой поиски. Надеюсь, что мы наткнемся на еще что-нибудь увлекательное и интересное. В принципе, я уже кое-что нашел. Вон там вот на горе. Интересный какой-то шарик. Или это не совсем шарик? А, это деревья такие. Посмотри, вот тут вот есть такие деревья какие-то радиоактивные. Вон какие. Прикольные. Похоже, что наверху там то же самое.
Какая интересная штука, похоже на кран. Пойдем поближе посмотрим. А, это не совсем кран, это клетка. Клетка с кем-то живым. Прежде нам нужно эту клетку отбить от этих сбиенных охранников. А так вот, у кого-то будет сегодня вечером шашлындос. Здрасте, кто это такой? Это хомяк! Огромный хомяк! Божечки! Мне про него писали в комментариях. И я наконец-то его нашел. Но я не думал, что он такой здоровый. Капец, он больше меня. Я медведь, а он хомяк. И получается так, что я хомяк, а он медведь. Ладно, как-то нужно его вытащить. Что нужно с тобой сделать? Там вон наверху есть, по-моему, кнопочка какая-то, да? Нужен уран. Нужен уран, чтобы открыть клетку. У меня, по-моему, есть уран. Да, 9 штук. Вставляем, значит. И тянем рычаг. Так, клетка поднимается. Хомячелло, здорово! Господи, какой ты прикольный. Кстати, ты посмотри на его ноги. У него почему-то один башмак одет. Может, ему на оставшиеся 3 лапы башмаки надо будет нацепить? Давай, короче, посмотрим, что мы можем сделать. Помочь хомяку. Кажется, ему не нравится ходить босиком. Ну точно! А у меня и ботинок запасных нет. Ё-моё. Ладно, пойдем искать ботинки. Я скоро вернусь к тебе. О, да. Я вспомнил, что возле ринга есть пару башмаков. И вот наконец-то они мне стали полезны. Вот и еще один. Все, 3 башмака я собрал. Кто бы мог подумать, что они мне понадобятся. А еще, я здесь нашел колодец. Раньше я его здесь не видел. А теперь он тут есть. Или он тут был, но просто я его не заметил. Тогда... Твои ж бабушкины пирожки. Ну, капец. Шлёп меня по лбу. Ну, я же знал. Ну, какого черта я попёрся? Надо было в обход идти. Надеюсь, что от того взрыва мои вещищи не расхидало по полю. А еще самое главное, что смогу ли я собрать свои вещи заново? Ведь это минное поле. Так, кажется, пока могу. Видимо, минное поле деактивировалось после того взрыва. А еще на меня тут нападают каменные големы. Ну чё ты от меня хочешь? Вот ты достал, а? Сейчас ты огребешь у меня. Выгусил каменный. Так, все свои вещи забрал. Идем, значит, сюда. И кидаем монетку, я хотел сказать. На каждом шагу подвохи. Карате-лягуха, мы снова с тобой встретились. Все, ушатал лягуху, и с нее выпали рыбные палочки. Сейчас я их подберу и сразу же съем. Вот так. Пойдем монетку теперь в колодец кинем. Надеюсь, что-нибудь интересное будет. Но сперва, конечно же, нужно ушатать змею, которая сует свой нос не в свои дела. Так, все, ушатали змею. Теперь наконец-то я могу кинуть монетку. Да? Никто мне не помешает больше. Надеюсь. Кидаем монеточку. Блин, не то сделал. Вот так. Вау, сколько камней. Эти колодцы просто делают вокруг себя камни. И все, исчезают. Да бегу! Ну бегу я, бегу! Ну хватит уже пищать. Сейчас тебе будет тепло. Одеваем, значит, ему башмаки на ноги. Набираю свою палку. 1 башмак. 2 башмак. 3 башмак. Все. Теперь у тебя есть ботиночки. И я могу сесть на хомяка? Серьезно? Шишки-мартышки. Я теперь на хомяке кататься могу. Обалдеть. Вау. Нифига себе, он шустрый. Вот это дела. А интересно, реактивный ранец нас поднимет, нет? Нет, реактивный ранец нас вместе не поднимет. Блинский. У меня теперь есть ездовое животное. А чешуеть. Интересно, вместе плавать мы умеем? Нет, вместе плавать мы не умеем. Я просрал своего хомяка, я теперь не могу сесть на него. Хомяк, можно его как-то подозвать? А, он за мной ходит. Ну, слава богу. Это хорошо. Я аж чуть не пересрался. Так, как насчет залезть на гору?
Кажется, у него это получается, слушай. Еще и по горам хомяк лазит. Очуметь можно. А насчет атак чё? Давай попробуем сожрать вот эту свинку. Вау! Мы еще и драться умеем. Видать, наши острые зубы могут сделать любому две дырки. Посмотри, какие у нас жесткие дирольные зубы. Ну правда, как будто два дирола вставили. Ладно. Теперь путешествовать вдвойне интереснее. У-у-у. Вопрос теперь только в другом. Если я буду телепортироваться при помощи буток, хомяк сможет до меня добежать? Он найдет меня? Вот это важный вопрос, потому что иногда мне очень... Ух, какое землетрясение. Потому что иногда мне прям очень лениво бегать по этим всем локациям. Ну что ж, на этой замечательной пищавой ноте, вот такой вот, как пищит наш хомяк, мы завершаем этот выпуск. Если тебе нравится Михалыч и его ездовой хомяк, то с тебя лайкос, конечно же, подписочка, если еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео.